Артем. Мы веселые песенка, классный наш ночной. Вот мы сейчас и споем банки. Да. Готовит? Ой, какое это самое любимое твое блюдо готовит, Ирис? Конфеты с чаем? Ну, конфеты, наверное, мама покупает, а чай вы вместе готовите, да? Какая у тебя мама? Хорошая. Конечно. А у Вани какая мама? Любишь свою маму-то? Да. Конечно. Какая мама? Как она тебя ласково называет? Давай такой тебе вопрос задам. Ласково, как мама тебя называет? Золотушка? Да, ой, какое хорошее слово, конечно. А у Сережи какая мама? Любишь маму свою, Сереж? Конечно, больше всех на свете. Нарядная. Тоже нарядный, конечно. А у Яны какая мама? Нарядная. Тоже нарядная. А у Савелья какая мамочка у тебя? Любимая, конечно, как ласково мы сказали. А у Саши? Хорошие. А что ты больше всего любишь делать с мамой, Саша? Какие ваши самые любимые дела с мамой дома? Хорошо. Все делать хорошо, правда? Да. А ты помогаешь маме? Да. Так. А у Илюши какая мама? Да, красивая, конечно. Да, Илюш? Да. А у Илюшки? Что мама для тебя готовит вкусненькое? Сосиски? Сосиски, конечно. В тесте, наверное, правда? Да. А у Демида какая мама? Хорошая. Тоже хорошая. Вот сколько хороших слов прозвучало про маму. Очень рада. Даже мама не знает про то, что ребятки могут про вас сказать. Ой, конечно. Я подожди. Ориентир у нас все. Покажи нам, как ехать-то надо. Ну-ка, давай научи всех. Вот. Ой, правда, да едет аккуратно. Потому что он маме помогает, и парень сидит. Вот, запомнили? Да. И передает следующему коляску. Ну, а мы с вами ладошки приготовим. Ха-ха-ха!
бабушки слышу, и тем более наши бабушки съедут, а Васька не будет, хорошо? Давай, громко, громко. Много у бабушки разных забот, много у бабушки всяких хлопот. Но почему же все считают, что бабушки лишь отдыхают? Готовят вкусно, живут прекрасно, спасут внучку от разных бед. Когда же им сидеть, мечтать и сериалы обсуждать? Сейчас было много месяца. Бабушка, как тебя люблю я. Будь всегда.